Уроки пройдут в наших студиях. Теория тут же перейдет в практику. С учениками будут общаться наши ведущие, редактора и журналисты. Курс рассчитан на 8-16 уроков. В зависимости от выбранного курса. Заниматься планируем в дневное время 2 раза в неделю. Мы прекрасно понимаем, как сложно сейчас родителям организовать отдых для своих детей. Сейчас лагеря закрыты или работают частично, вот поэтому мы решили организовать детскую школу ТВ. Ребята получат много знаний в области телевидения, в области ведения новостей, будут писать собственные тексты, будут пробовать снимать, поэтому очень большой график обучения, я думаю, что всем очень понравится. Но самое главное, это такой бонус от Первого городского, у каждого из ребят будет своя минута славы. То есть каждый участник школы ТВ запишет собственный прогноз погоды, который мы покажем в эфире Первого городского. Наши выпускники уже снимаются в программах нашего телеканала, делают свои проекты на Ютубе. Возраст участников школы ТВ с 10 до 16 лет. Запись по телефону 92 10 32 92 10 32. Количество учеников ограничено. Старт учебы 1 июля.